Большое спасибо за интерес к нашему проекту. Действительно, это труд очень многих людей, и мы здесь частичные соавторы, может быть, даже Настя в большей степени, потому что написала. Мы занимались Расскажите этим так, я просто полгода. Спеціально сама не казала, щоб ви якби розкрили таємницю, в чому особливість книжки. Книга необычная, книга такую непростую судьбу имеет. Сначала она рожалась, как приложение к фотоальбому. Мы думали прокомментировать замечательные фотографии киевских фотографов, которые снимали документальные кадры. Но потом получилось в процессе работы, что такое количество информации было написано в Фейсбуке вот, параллельно тем событиям, которые происходили в Киеве и в Украине, что комментарии эти выливаются в отдельную какую-то идею создания книги, публицистической книги, которая сохранит, может быть, для наших потомков истинное лицо украинской революции, истинную информацию про эти события, покажет, чем жили люди, о чем думали, что писали. Потому что книга, понимаете, сделана как калька с жизни. Это невозможно написать за деньги, это невозможно, это невозможно, вот я ее покажу, это невозможно оплатить какой-то политической силе или какой-то общественной организации. Здесь души людей вот в таком... Ну, тут, по сути, 700 сторінок статусів з Фейсбука. Да, так. Да. А скільки авторів? Ви рахували, скільки тут? Я не порахувала. Не порахували? Я просто не встигаю. Я кожного дня думаю, сьогодні... Це мабуть, найважливіше таке. Ну, справді, тут зовсім немає картинок, так? Я бачу просто... А, ні, трошки є, ну... 6 або 7 фотографій. Ілюстрації, так.